На улице Долорес и Барури стоял один особый магазин. Там продавал особый хачапури веселый парень Жора армянин. А дело было в Екатеринбурге, стоял тогда веселый месяц май. Усталые ребята, металлурги, садились в переполненный трамвай. Усталые ребята, металлурги, садились в переполненный трамвай. Еще там ехал парень с Уралмаша, стоял, не замечая ничего. А молодая крановщица Маша с улыбкою смотрела на него. А он читал учебник сопромата, готовясь к поступлению в институт. Учение давалось трудновато, послушайте, что дальше было тут. Учение давалось трудновато, послушайте, что дальше было тут. На улице Долорес и Барури качнулся неожиданно трамвай, и Маша словно бы ее толкнули, к нему прижалась грудью невзначай. Потом другой как будто ненароком, и не стесняясь на глазах у всех, уже прижалась боком, а после попы твердой, как орех. Я не уверен, что в библиотеке можно петь про попу твердую, как орех. Она к нему уже прижалась боком. От этого парнишка растерялся, ведь он по жизни очень скромный был. С девчонками вообще не целовался, в кинотеатр даже не водил. Не изменив, в учебнике ногтем строку отметил, насвистывал какой-то там мотив. В учебнике ногтем строку отметил, насвистывал бесхитростный мотив. А Маша себя чувствовала дурой в нелепой ситуации такой, ведь до того она с ее фигурой металлурги смотрели сукаризной на него. Сказали, у нас в Екатеринбурге девчонок обижать не камильфо. Сказали, у нас в Екатеринбурге девчонок обижать не камильфо. Повисло напряженное молчание, и прозвенел кондуктора звонок. Перехватило у него дыхание, и прыгнул из трамвая паренек. И металлурги ринулись гурьбою с намерением продолжить разговор. И Машу потянули за собою, а паренек бежал во весь опор. Он спрятаться хотел в укромном месте, и забежал в тот самый магазин. В тот миг как-то кидал наркотик в тесто веселый парень Жора армянин. А следом забежали металлурги и замерли, сжимая кулаки. Поскольку у нас в Екатеринбурге запрещены такие пирожки. Все знают, у нас в Екатеринбурге запрещены такие пирожки. Тут Жора, опасаясь потасовки, позвал ранних знакомых земляков. Они с ножами вышли из подсобки, поскольку гордый нрав у них таков. У металлургов тоже что-то было, у каждого на 20.
будет следующая песня. И Машу притянул к себе рукой, и в поцелуе их уста замкнулись, хотя вокруг кипел кровавый бой. А на полу валялись хачапури, и подоспел милиции отряд. На улице Долорес и Барури построят скоро новый детский сад. На улице Долорес и Барури построят снова скоро детский сад. Так вот, любовь вершит дела на свете и помогает против злобных сил. Об этом написали в стенгазете, а после и в журнале «Крокодил». Об этом написали в интернете и даже в Твиттер кто-то запустил. Спасибо, но хватит длинных баллад.